А вот и фуникулерчик, но он сейчас закрыт. Еще до 20 сентября, по-моему, смотрели. Только 20 сентября откроется и поедет он. И вот такой красивый вид на город открывается. Кстати, а здесь находится пианино. Я бы не заметила, но девчонки сидели, пытались что-то играть здесь. Прикиньте, классно. Вообще. Сейчас еще обойду с этой стороны. Вот. Вот такой он фуникулер. Красивый вид. Но мы направляемся сейчас на аллею художников. Вот тут прям с парка такой интересный вход. Поколение открытых людей. Поколение открытых людей. Да. То есть сел, поиграл, открылся. Да, чтобы развивать. Очень даже круто. Себе. Короче, развивать себе. О, что кажется, дано, так что не дано. Немножко пасмурно, хмуро, да. Ну, на самом деле, погода приятная. Хорошо, тепло, потому что мы находимся сейчас в парке. А вообще было бы жара. Была бы жара. Народ, всем привет! Привет! Снова с вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Снова мы не в Эмиратах, как вы догадались, по такому количеству зелени, да? Мы в своем родном городе Киеве, и сегодня мы гуляем по аллее художников. Аллея художников, которая находится в парке, в каком? Как парк называется? Ну, мне кажется, это городской, как раз вот это и есть городской парк. Он идет от вот этого моста. От Дружбы народов, да? От арки Дружбы народов. Нет, ну арка Дружбы народов на той стороне. Мостик соединяет арку Дружбы народов вот с этим парком. Ну, скажем так, от памятника Владимиру и выходит эта аллея на Андреевский спуск. Да. И к Андреевской церкви. Так что вот так вот киевлянки сами-то не знают, как парк называется. Ну, простите нас, пожалуйста, лайк поставьте, подпишитесь и поехали с нами гулять. Кстати, что очень классно, очень мало людей. Но мы еще не знаем, у нас такое чувство, может, там сейчас закрыто все. И сегодня будний день. И вот, кстати, обратите внимание, какие скамеечки удобны, да? Вот скамеечка на эту сторону попку примостил. А вот там вот другую попку примостил на другую сторону. Никто никому не мешает. Никто никому не мешает, да. Кстати, это были скамеечки, запланированы еще много лет назад. Ну, лет 5 они точно, да, здесь есть. То есть не было специально делали, что 1,5-2 метра дистанцию. Не-не, просто сделали. Просто удобно сделали, чтобы люди комфортно посидели. А художнику нужно посидеть и подумать, правильно? Да. Насчет лет 5 я не уверена, я даже не знаю. Ну, в смысле, не в период этого вот. Мне кажется, 18 лет мы приехали сделали. И обалдели от вот этих, да, настилов на полу деревянных. Да, сейчас покажу, кстати, надо вам показывать, деревья, как, да, все вот сделано. Очень, очень классно сделано. То есть сидишь себе, дышишь. Аллея художников тоже одно из мест, которые мы рекомендуем вам посетить. А в прекрасном городе Киеве. Почему аллея художников? Вот здесь на стенах же они вывешивали картины, ну, продавали. Реально, вот до фуникулера все было в продавцах. Да, фуникулер вам показали. Вот сейчас что-то не то, я не знаю. Ну, видимо, мало людей, смысла, наверное, нет выходить, я не знаю. Наверное, так. Я могу объяснить. Наверное, сейчас, возможно, выходят раз там, два раза в субботу, воскресенье. А может, к вечеру людей побольше, да? В принципе, если хочешь заработать, иностранцы гуляют. И сейчас, кстати, в Киев приехало очень много иностранцев. И мы этому рады. Потому что все-таки, ну, страна развивается в сторону туризма. Это круто, тем более в такие сложные времена. Да. И, в принципе, они вот любят разглядывать, покупать сувенирчики. Конечно. Такая экзотика. И тем более очень много гостей из Востока, да, Саудовская Аравия, Эмираты. Но это не бедные люди, поэтому... Вот мы здесь, если картины спросим, возможно, это будет не на нашу зарплату, да? А для них это будет так, ну, раз мог выйти. Если картина хорошая, с удовольствием ее купят. Поэтому... А здесь красивые картины. Да, здесь картины очень красивые. Кстати, вот как вариант, нам даже, возможно, может быть, не дали бы даже снимать там, ну, чтобы не перерисовали, что-нибудь такое. Может такое быть? Вот, ну, вообще, представляете, вот вы идете, и все это вот место вот просто пишите картинами. Вон, смотри, они друг за дружкой бегают. Ну, сейчас подойдем ближе, я приближу еще. Давай, давай, давай. Вот настолько чистый лес. Видишь, нет? Да. Настолько, не... настолько чистый лес, парк, что здесь бегают белки. Боже, они какие быстрые. Так, я что, не успеваю их ловить просто. Они друг за дружкой гоняются. И голубь такой подходит, сейчас разберется. Да, голубь спрашивает, что посмотри, за ситуация. Погнала. Не подходи, у нас своя разборка.
Смотри, смотри, ждет наверху. Угу. Они так развлекаются. Нет, ну они очень быстрые, просто очень быстрые. Аккуратно сзади велосипедист. Классно. Можно сказать, такой здесь прекрасный wellness, фитнес и велики, и здоровый воздух, и белки. А вот художников пока нет. Вот такая у нас сегодня аллея художников без художников. Ну ничего, мы идем вперед. Посмотрите, она какая длинная. Кстати, как классно, здесь висят картины, идут торги. Давайте сократим немножечко там. Есть такая... Есть лавочки, место для сидения, для любования видами Киева. Видов Киева мы вам много показали. Наташа увлечена съемкой белок. Вот, ну, я очень надеюсь, что все-таки удастся вам показать картины. Знаете, такой вот дух такой, что ты вот находишься в среде художников. Очень круто, как бы. Мне приятно, по крайней мере. Какие-то картины, я надеюсь, мы найдем. Ну вот тоже сфера называется, какое, наверное, стрит-арт. Хотя такое себе слабенькое искусство, так. Хорошо, хоть матюком не написано. Ни икса, ни игрека, ни другого иероглифа. А то, наверное, YouTube бы и заблочил. Ну и правильно сделал бы, что это такое. Вот, наверное, люди тоже за белками смотрят. Класс. Прекрасная вообще такая природа, чистая. Что и белочки есть, и, возможно, другие какие-то животные. Ну ладно, какие животные другие, я не знаю уже, что там. Ну вот, сама аллея шикарная, и ходить здесь приятно. Не знаю, кстати, вот насчет фитнеса, как бегать, но велики, скутеры, конечно, есть. Посидим на лавочке, подождем Наташу, ну и будем идти дальше. Наташа вот идет, что там, что поснимала? Белочку еще одну. Прекрасно, уже все. Чуть-чуть там девочка давала орешку. Можем продолжать идти гулять по аллее художников. Ну, художников пока здесь не видно. Ну, сама аллея зато очень красивая. Идем мы по аллее, поворачиваем свой взор на такой просто балдежный вид Киева. Площадочка для отдыха, да? Идемте посмотрим. Красота. Вот такой у нас Киев красивый, замечательный. Сейчас пойдем дальше. Люди сидят, отдыхают. Здесь классно. Вообще сильно такой релакс. Мне еще здесь классно прийти почитать книжку. Сесть какую-то такую классную, интересную книжку. И такой воздух. Это вообще бимба. Просто прийти посидеть. Реально так сделали, а место было восхищено. Место, просто. Да, вот я перевожу, но это вообще какие-то... Живые деревья. Слава на деревянном настиле. Какая-то сказка вообще. Да, сделано классно. Но хотелось бы, конечно, чтобы она была заполнена картинами, художниками. Ну подожди, подожди. А я не видела этой лестницы, чтобы она наверх Андреевской поднималась. Кстати, да. Что-то новенькое, народ. Да, слушай, так, а ну-ка сейчас. Вот теперь смотрите. Написано. Сейчас покажу вам. 2000, конечно, не видела. В 19-м году они построили. Да, в 19. Ох, а вот она, красивая Андреевская церковь. Ой, красота. Ну, мы же, наверное, идем еще дальше по аллее, посмотрим. Ну, давай. Все-таки мы рискнем и попробуем увидеть художников на... То есть это новье, 19-й год. Да, вообще. Но тот 19-й год, когда мы уже уехали. Ну, да, конечно, мы в году мы уехали, когда? Камень себе поставили. Камень сейчас. А, ты не видишь, думаешь, ага. Вот. Понятно.
Ты знаешь, это, я извиняюсь, вот про этого товарища Виталия Кличко, да, он такой, чьи, ай, вот красота. Это как в сказке, то чьи поля Карабаса, да, чьи там моряки. Кто поставил? Да, Кличко, да, поставил. Везде, о, везде. Я вижу картины, ура! Что, есть? Да. Ну, слава Богу. Ну, хотя бы в конце аллеи есть. Сейчас отлично. Народ увидим. Но я сейчас все-таки полюбуюсь церковью. Зайдем, да, если можем? Если да, можем. Обязательно, но, возможно, не в этом видео, потому что в этом видео мы показываем аллею. И, наконец-то, мы такие ее покажем. Боже, как удобно, как хорошо сделано. Ну, картин, конечно, мало, но и в том году, когда мы приезжали, в принципе, картин было мало. Мало было. Да. Я, наверное, выйдем сюда, потому что они находятся как раз на брусчаточке, там, где должны находиться. Аккуратно, тут сзади мотороллеры. Ну, как-то медленно едет. У нас тоже испугался. Картины, кстати, красивые. Мне нравятся такие картины, которые изображают, это Венеция, наверное, да? Которые изображают море, путешествия. Класс. Ну вот она, аллея художников, друзья мои. Мы нашли ее. Мы нашли ее еще давно, а теперь мы еще и художников нашли. Вообще просто класс. Ну, просто идешь, рассматриваешь картины, разные стили. По крайней мере, вот честно, здесь картины мне понятны. Да, вот Андреевский спуск, дома, море. А, были мы в какой-то с Наташей... Это просто, народ, я не разбираюсь, там были мы в Сингапуре, попали. На Мане, Мане. Ну так что, там, вы знаете, даже понравилось. А я смотрю, я вообще не понимаю, что там нарисовано. Мне понравилось. Экспрессионист. Экспрессионизм там был жесткий, честно. Вот. Да. Ну, вот. А здесь вот я свайпаю. Боже мой, какой милый котик. Смотрите, это же из Алисы, да? Да? Боже, класс какой. Вот это вот, да, это милый кот. А так вот, когда нарисовано, я не пойму, что это, конечно, я чувствую себя очень странно, да, очень странно. Чувствую, что вот Наташа разбирается в искусстве. Я не разбираюсь. Ну, по крайней мере, ты мне рассказывала, там какие-то мазки лежат куда-то, туда, куда они ложатся. Я стояла, смотрела, и как-то, ну, мне было сложно понять. У тебя другой интерес в жизни. Да, ну, давайте-ка еще выйдем на вид, посмотрим на красоту, на это небо, небо Киева. Красота, да? И вернемся потом на аллею художников, посмотрим картины, посмотрим самих художников. Хотя, что людей беспокоит, но... Все, вид показали. И, кстати, очень удобно, да, картины люди поставили, а сами сидят вот там в тени. Это очень здорово так сделано. Класс. Ну, а мы с вами выйдем на солнце. Я надеюсь, мы получим порцию лайков, потому что мы идем по солнцу и снимаем вам картины. Ага, сейчас подойдем ближе. Вот мне нравятся картины, где изображены море и котики. Сходка котов. Пир котов. Боже, какая прелесть. Классные картины. Поэтому вот я, когда говорила про туриста, вот это посмотрите, ну это же сказка вообще. Класс. Очень классно. Поэтому, когда вот туристы видят картины, туристы с кошелечком, богатые, ну, можно купить, почему нет. Правда, где-то мы читали, что в какой-то стране, да, была выставка, и люди не покупали картины. Почему? И выяснилось, там у арабов что-то стены из золота были. Говорит, мы не можем вашу картину купить. Что я такое статью читала? Да, я читала такую статью, что действительно, боже мой, где? Или в Катаре, или в Бахрейне. Просто люди подходили, говорили, классные картины. Никто ничего не покупал. А почему? Потому что у нас стены из золота, мы что, их бить будем? Короче, вот цветы. Кто любит цветы, натюрморты. Ой, маленькие картины. Мне маленькие тоже очень нравятся, как такой симпатичный сувенирчик. Слушай, а может кому-то взять на сувенир или не оценят? Просто интересно. Не знаю. У меня просто есть же все-таки друзья в Эмиратах. Привезти подарок. Вот, народ, что вы скажете, вот такую бы картинку привезли? А смотри, мне нравится вот эта маленькая. Вот это? С кораблями, да. Красиво, да. Миниатюрная, да. Еще приятно, что дают снимать картины. И да, когда мы где-то фоткали, помню, художники сказали, нет, нельзя. Не, ну я понимаю, как бы, наверное, это их творчество. Но вот сказали, нельзя снимать. Ну вот, вот такая вот она аллея. Совсем сегодня небольшая. Ну, хотя бы что-то. Мы с вами прошлись, погуляли, посмотрели. А сейчас, наверное, мы немножко отдохнем.
И подумаем. Нет, ну подумаем. Конечно же, нам хочется снять Андреевский спуск. Кафешки симпатичные. Ну, вообще, вот Киев — это европейский город. Ну, вот такой у нас видео сегодня, народ, получилось. Как вам понравилось погулять с нами по аллее художников? Понравились ли вам картины? Пишите, комментируйте. Всегда с вами, всегда вам рады. Спасибо за поддержку. Ставьте лайки. Всем пока.